Здравствуйте, передача «О самом главном». Меня звать Инна, и вопрос мой сегодня будет в больных суставах. Длительное время я вела активно спортивный образ жизни, поэтому боль в суставах меня беспокоить начала довольно-таки давно, уже более 15 лет назад. По советам врачей я принимала различные хондропротекторы, которые эффективности своей не показали. Проблема усугубляется с каждым годом все больше и больше. Мне пришлось сменить работу более активную на сидячую. Более часа прогулок или на хозяйстве я уже не могу пребывать на ногах. Давай посидим, отдохнем. Ты что, уже устала, что ли? Колени болят и стукают. Давай отдохнем. Поэтому я сегодня обращаюсь за советом к врачу. Что бы вы могли посоветовать мне для решения моей проблемы?